Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня снимаю видео, которое называется «Школьные истории. Планы на новогодние каникулы». И давайте начинать! Привет, Радити! Привет, Лили Блоссом! Что будешь делать на новогодние каникулы? Не знаю, наверное, поеду к своим родственникам. Мы у них обычно отмечаем. Да? Ну да. Ясно. Я вот, для примера, собираюсь полететь с родителями в Таиланд. Вау, как тебе повезло! Девочки, о чем болтаете? Да, девочки, о чем? Неинтересно. Да, о чем? Да вот рассказываем наши планы на новогодние каникулы. А давайте все представлять. Давайте представим, буду на своих новогодних каникулах у моей бабушки. Ты поедешь к бабушке? Да, я поеду к бабушке Дилен. Итак, давайте представлять. Привет, бабушка, как я тебя рада видеть. О, как хорошо, что я в деревне. Привет, Рексик. Привет, внученька. Ой, как я рада тебя видеть. Заходи-ка в мой домик, у меня уже пирожки там запеклись. Я их разогрела, а то я их вчера испекла, думала, вы вчера приедете. Ой, не просто, у вас это такой снегопад. Да, пойдем, сейчас попьем чайку с пирожками, а потом пойдем все гулять. Пойдем! Очень смешно. Да, мне понравилось. Да, и так я почти каждый год езжу к своей бабушке. Мне очень-очень нравится. А вот я, например, езжу со своими родителями... Ой, аккуратно. На горнолыжный курорт. Я не очень люблю, но просто родители обожают. О, давайте представлять. Давай, доченька, у тебя все получится. Ну, в этом году ты точно сможешь. Ю-ху! Молодец, еще разок. Ва-а-а, круто! Шу! Да, интересненько. Мне понравилось. Я помню, мы с родителями тоже как-то однажды ездили. А... Как ты собираешься провести свои новогодние каникулы? Я, наверное, буду дома. Дома? Ну да, мы планировали дома. Ну, ты знаешь, у моих тети... я-то думаю, у тебя дома. Нет, дома я буду. Ты? О, у тебя такой богатый дом. Я представляю, как это будет. Ой, какая я красавица, как люблю в зеркальце смотреться. Да, в моем зеркале я красивее выгляжу, потому что она с блестками. Да, все же красивые. Да, моя красавица. Мяу, 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 мяу. Мрррр, мрррр, мрррр. Да, я знаю, ты тоже красивая, но я красивее. Ха. И так целый каникул я буду наслаждаться своей красотой и делать всякие там... макияжные штучки, красить себе копытца, глазки. Все же шикарно. Ну да, все ясно. Ты, как обычно, будешь смотреться в зеркало и делать макияжи. Да. Ой, девочки, я думаю, вы завидуете все мне. А ты где будешь? Вы не знаете, какой кошмар! Знаменитость класса и не знать. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы что, правда не знаете? Нет. А я знаю уже, я же ее лучше подумала. Ой, упала. Я буду в Таиланде отдыхать, лежать на пляже, загорать. А вы как думаете, что у меня очки? Мы, наверное, уже на следующей неделе будем собирать чемоданы. И я недельку прогуляю. Потому что я хочу там подольше побыть. Я хочу загореть, приехать вся красивая. Попить коктейльчики и искупаться в море. А, шикарно. Давайте представим. Ой, как хорошо. А, шикарно. What are you doing? Блин, что она спросила? Мамочки, может, она спросила, как дела? Нет. Если еда... Нет, это какой-то странный вопрос.
Что же она подумала? Может быть, где я живу? Ну, наверное, да. Хотя нет, хотя... Доченька, что ты делаешь? Так у меня иностранка спросила. What are you doing? Доченька, ты что, не знаешь, что ответить? Нет. Доченька, она тебя спросила, что ты делаешь? А что сказать? Ну, скажи, что ты загораешь. Хорошо. Мама, сейчас я отвечу. Sorry, I don't speak English very well. Okay, bye. Да, ну тебе и подсолили. Да, смешно. Ну что смешно? Ну я, вы знаете, я знаю английский, но не очень. Ага, я помню, что кто-то получил у нас троечку по английскому. Ну и что? Не надо же это всем говорить. И вообще, в моих планах не будет разговора там с какими-то всякими иностранцами. Это я так, для примера привела. Ха-ха, смешной был пример. А ты-ка представь, как ты будешь у своих родственников отдыхать. Ну ладно, давай. Лили Блоссом, пойдем кататься на коньках. Ой, мам, я не хочу, у меня нога болит. Опять в своем ютубе сидишь, да? Вот у тебя и болит нога. Нет, я правда себя плохо чувствую, нога болит. Спустя 2 часа. Ой, хорошо, что я смотрю ютуб. Доченька, хватит смотреть ютуб. Давай-ка пойдем кататься на лыжах. Ой, мам, у меня голова болит. Я не хочу кататься на лыжах. У меня очень сильно голова болит. Спустя 1 час. Ой, да, ютуб это вещь. Доченька, хватит смотреть ютуб. Пойдем-ка пить чай с тортиком. Я бегу, где тортик? Ха-ха-ха-ха-ха. Ты будешь как обжора смотреть ютуб. И есть тортики. Все каникулы. Ну вот мы и знаем все про тебя. Неправда, ну это просто как обычно бывает. Да все понятно. Пока я буду заниматься плаванием на своем Таиланде, общаться с иностранцами, то ты будешь есть тортики. Ой, очень смешно. Да, конечно, прям вообще обсмеяться. Ну, правда, у тебя какой-то странный будет Новый год и вообще вот каникулы. Ну, что вы к ней, в принципе, пристаете? Ну, да, так бывает. Ну, не все же ездят в Таиланд и деревню. И на Красную Поляну в Сочи. Ну да, и это тоже. Ну да, просто в этом году мы никуда не хотим. Я же говорю, в прошлом году я, как и она, ездила на лыжах. Но мне не понравилось. Там мне как-то не очень было. Холодно, холодно. Еще я плохо катаюсь на лыжах. Да потому что ты ничего не умеешь. Ах, я-то не умею. Да, все вечно сидишь в своем ютубе. За каналом Тыковка ТВ. Все вечно сидишь... И ешь тортики. Ха-ха-ха, очень смешно. Все, отстань. Ну, девочки, хватит ссориться. Давайте представим, как наша учительница будет проводить Новый год. Давайте. Новый год стучится. Все теперь случится. А случится или случится? Ой, не знаю, наверное, по правилам правильно говорить «случится», но я уже, ой, не помню. Да я вообще учительница математики, я ничего не знаю. Мне этот «игрек» плюс-минус и равно уже крутится везде. Знаешь, какой сон подоснился? Какой? Апокалипсис цифр. О, это было ужасно. И ой, а мне эти уже правила же шипишь с буквой «и». Ой, уже надоели, уже тоже везде крутится. А не с «и»? Ой, я честно уже не помню. Пойдем потанцуем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А где наша подружка? И? На которой по танцам? Да. Она бы сейчас хорошо бы показала. Да она уехала в Большой театр. Говорит, что там очень красивый балет показывают. Вот все, собираюсь пойти, и уже 20 лет не могу пойти. А это сколько лет? А я не помню. А какой сейчас год?
Да 2019 вроде уже. Ой, да, правда? Я уж не помню даже. Да, я представляю, они будут там пить шампанское и петь всякие песни. Жиши, пиши с буквой И. Ну так, мечтательницы, кто пойдет к доске? Я не готовилась. Я тоже. Я не знаю. Я не уверена. Мамочки! И к доске пойдет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!